Это вот в этом самая большая сложность, наверное, потому что этот семинар, он дает определенную возможность побеждать судьбу и, может быть, вам будет немножко сложновато, потому что не на родном языке это все будет проводиться. Но я надеюсь, что у нас все получится. Я надеюсь, что мы победим, конечно, все. Впервые вот у меня появилось желание провести вот такой семинар, он очень сложный и уже больше похож на тренинг, чем на лекцию. У меня были ситуации, когда мои слушатели приходили ко мне и говорили: «Олег Геннадьевич, вы очень много говорите о том, что надо вместе с возвышенной личностью читать молитву, какие-то настрои, но мы не понимаем, как это делать. Вы должны как-то нам это более серьезно объяснять, потому что нет опыта, нет никакой практики, и хотелось бы больше вот этого практического знания». Я принял такое решение, что если я езжу в город очень часто и много лет, то появляется вот эта категория людей, которые нуждаются именно в таком уже очень глубоком опыте, который поможет им побеждать свою судьбу. И здесь такая аудитория есть в Вильнюсе, потому что я езжу уже, я думаю, сколько лет, 6, наверное, или 7 сюда, 7 лет, да? Я хотел бы вот узнать, кто из вас уже слушает мои лекции больше 4 лет, где-то 3-4 лет. Ну вот, видите, то есть достаточно много людей, и поэтому... А кто из вас вообще первый раз пришел? Хорошо, я тогда познакомлюсь с вами. Я порядка 20 лет изучаю Восток, восточное знание. У меня высшее медицинское образование и ученая степень по медицине. Я получил степень кандидата медицинских наук, исследуя влияние лекций на жизнь людей. То есть я изучал, как влияют мои лекции на жизнь людей, и эта сфера знания в России называется общественное здоровье. То есть я специалист по общественному здоровью и изучаю, как звук, как чтение лекций меняет жизнь людей. И результаты оказались очень серьезными. Мы исследовали около 1000 человек. И статистика такая, что если человек пьет и слушает мои лекции около 2 лет, он 50% из всех, кто выпивает и слушает мои лекции, бросают пить полностью. Так что вы еще подумайте, стоит вам дальше слушать или нет. Из тех, кто курит, бросают курить полностью, тоже 49%, около 50% людей. Около 70% улучшают свою семейную жизнь, около 80% улучшают свое здоровье, порядка 50% меняют свое отношение к работе, и у них начинает получаться лучше трудиться и так далее. То есть эти цифры достаточно серьезные. Ни одна онкологическая больница не может похвастаться, что 50% людей, которые приезжают к ним лечиться, полностью бросают пить. Это серьезные цифры для медицины, и они не случайные, потому что именно звук меняет жизнь. В этом заключается принцип этого семинара, на который вы попали. Именно звук меняет жизнь. Но это не значит, что мой звук прямо будет менять вашу жизнь. Я буду вам давать какое-то определенное понимание вещей, но мы будем также в нашей семинаре будут участвовать какие-то серьезные лидеры духовные, которые будут свои молитвы читать, петь, и мы будем вместе с ними действовать. Я не рискну провести то, что я хочу провести на первой лекции, но на второй лекции мы с вами будем делать кое-что интересное. Сюда выйдут люди, которым очень тяжело сейчас жить. Может быть, человек 10. И... О, чудо!
Первое чудо уже произошло. Вот. И эти 10 человек, они, мы будем для них повторять свои настрои, чтобы им стало лучше. Вы увидите, как действует эта сила на их примере, потому что на следующий день они будут рассказывать, что дальше происходило в их жизни. Могу просто рассказать, поделиться с вами с предыдущих семинаров, что бывает в таких случаях. Один мужчина первый раз пришел на мою лекцию, и он из Питера, это было в Питере, и он, у него в это время мать лежала уже при смерти, она не вставала, не кушала, и там на лекции присутствовало около 800 человек, и они все, ну как бы, молились за него, весь зал, ну там было несколько человек, и в том числе он. И он думал о своей матери в это время. И она в этот день начала кушать, села, она не вставала, она села, и она сказала: «Я чувствую себя очень хорошо, я давно так себя не чувствовал». То есть это произошло в то время, когда мы молились. Второй случай интересный такой. Девушка разошлась со своим мужем, и они уже не разговаривали какое-то время. И в этот день, когда она, ну ей было очень плохо от этого, в этот день, когда все за нее помолились, она почувствовала желание общаться с этим человеком, у нее появились силы. И когда она ему позвонила, он тоже так же почувствовал. И они начали отношения, начали разговаривать. Это такой эффект сильный. И так далее. То есть много таких случаев. Я буду из своей жизни вам рассказывать, как влияет настрой, молитва. Вот если правильно это все сделать, на судьбу человека. Мы начнем этот семинар с определенного образования в этой области, которое надо знать для того, чтобы разобраться, почему это так действует. Первое, что нужно знать, это то, что наша психика, у меня ощущение себя, оно имеет свое строение. Нам это сложно понять, но есть вполне конкретная структура, которая называется на санскрите линга-шарирам или тонким телом, психическим телом человека. Это психическое тело психически, который две функции основные имеет. Одна функция этих каналов – это поддержание грубого тела нашего организма. И вторая функция – это поддержание тонкого или психического тела. Ну, то есть два типа каналов, и они по-разному называются на санскрите. Один тип каналов называется нади, нади – санскритское слово. И второй тип каналов называется шротасы. Вот эти шротасы, эти каналы, которые психическую энергию направляют на здоровье. И каждый организм, каждый орган в нашем организме питается этой энергией. Как вы думаете, понятно на русском языке, как вы думаете, как называется эта энергия? Чем питается организм? Что за энергия? Смелее, ваше мнение. Да, все говорят прана. Но прана – это технический термин. Как, допустим, человека, если спросить, кто твоя жена, вы скажете, он скажет, женщина. Ну, понятно, что женщина. Она же все-таки личность. Есть другое слово для этой энергии, которая питает их. Понятно, дает понимание о том, почему нет здоровья. Другое слово более четко. Именно энергия счастья питает весь организм здоровьем. Если человеку не хватает счастья, значит у него не хватает здоровья, то есть у него страдает какой-то орган. Причем разные виды счастья питают разные органы. Например, доброта питает сердце, смирение питает печень, спокойствие питает позвоночник.
Способность прощать питает поджелудочную железу. Когда человек не суетится, он способен спокойно все делать, то в это время улучшаются функции кишечника. Нервная система питается способностью служить, жить не для себя. От этого возрастает сильная работоспособность. Если человек трудится не для себя, то у него нет усталости, он счастлив. И само слово «счастье» означает также отношение с временем. Время — это сила, которая... Это сила, это не просто тик-так, тик-так, тик-так. Это сила, которая движет нас из прошлого в будущее, да? Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вот, то есть нас время движет из прошлого в будущее, но оно не просто нас движет, оно меняет все. Время движет грубое тело к старости, оно его старит, а тонкое психическое тело со временем сдает больше экзаменов жизни, чем раньше. Когда человек находится в детстве, то время практически не влияет никак плохо на тонкое тело или на психику человека. И поэтому в детстве человек, детство, оно очень счастливое изнутри. Даже если ребенок может быть болен, он все равно воспринимает свое детство как чудо. Кто тебя выдумал, звездная страна? Да? Ну такие песни, то есть песни детские, они все вызывают счастье. Так? Это энергия счастья такая глубокая, удовлетворение, да? Крылатые качели летят, летят, летят. Это, ну, даже те, кто не понимает русского языка, не понимают, что это из детства песни. Потому что они имеют такую вот природу, природу детства. То есть детство, оно несет счастье, потому что время не заставляет человека сдавать экзамены. Причем именно время заставляет человека сдавать экзамен. Нам кажется, что нас муж заставляет сдавать экзамены или начальник на работе. Но это внешнее понимание вещей. И если человек избавляется от этого внешнего понимания вещей, то тогда он способен также победить свою судьбу. Это первое утверждение, которое я делаю, такое серьезное. Но прежде чем о нем говорить, я бы хотел, конечно, поговорить побольше о строении психическом человека. Итак, психическое тело человека, оно имеет совсем другую природу, не такую, как грубое тело. Вот, допустим, мы не можем ни к какому человеку грубым телом приклеиться. Вот мы идем, допустим, рядом, раз, приклеились. Такого не бывает. Вот. Но если говорить о тонком психическом теле, то в психическом теле есть механизмы приклеивания. То есть люди соединяются друг с другом. И если это люди этого не понимают, что они соединены с друг другом, тогда они пытаются бросить друг друга и пытаются строить такие деловые отношения, не близкие отношения. Они не понимают, что совместная жизнь соединяет людей в сердцах. Вот здесь в сердце связь наступает. В сердце нить, как бы такая нить между людьми. Связывает их друг с другом. Это называется родственные отношения. Это реальная сила. То есть реальная на тонком плане, если кто-то видит этот тонкий мир, он видит, что ниточка между двумя людьми есть. Ради высокой любви мы обязаны помнить, что с нами пожизненно связаны. Нитью незримою, нитью незримою, наши любимые.
такая песня есть. Человек, который это написал, эти стихи, наверное, как-то это чувствовал. Говорит, если ты хочешь по-настоящему жить с человеком, то знай, что этот человек с тобой связан нитью незримой. Нитью незримой. То есть невозможно эту нить увидеть. И когда эта нить становится очень душевной между людьми, тогда отношения становятся неразрушимыми. Серебряные свадьбы, не гаснущий костер, серебряные свадьбы, душевный разговор. Ну, то есть нить незримая связывает людей, и их сердца общаются друг с другом. Часто люди живут друг с другом много лет, и у них нет близких отношений по факту. Они не могут вот честно во всем признаться, рассказать, ну, правду близкому человеку, потому что он будет от этого нервничать, злиться. И мы просто вот вскрываем это все в сердце. Это означает, что мы не знаем, как правильно строить отношения. Мы думаем, что отношения строятся просто через беседу. Но душевный разговор это не означает беседа. Это означает, что люди, они понимают друг друга сердцем. Сердцем понимают друг друга. Вот есть здесь некоторые люди, категории людей определенные, которые давно слушают мои лекции, я на них смотрю и чувствую, что у меня с ними сердечная связь. Ну, как бы, мы как близкие люди. Хотя мы, может быть, никогда в жизни друг с другом не разговариваем. Такая, это уникальная вещь. У меня в жизни такая ситуация была. Я шел в аэропорту, и я увидел двух молодых людей издалека. И как я увидел, я почувствовал, что я их знаю. Это знакомые люди мне. То есть я подошел к ним. Они, когда меня увидели, они обрадовались, здоровались, обрадовались очень сильно. И они оказалось, что они давно слушают мои лекции. Но меня как бы не всегда могу всех запомнить. В зале может быть много людей. И вот эта нить незримая, она связывает людей, она соединяет взгляд. Ты чувствуешь, даже они не смотрели на меня, эти люди. То есть я чувствовал, что они мне знакомые люди. И просто в аэропорту. Но иногда люди живут вместе 20 лет, и они не могут близкие отношения строить. Они разговаривают о детях, о работе, о делах, но они не могут сказать правду друг другу, не могут честно открыть сердце, открыть все, что в сердце есть, не могут открыть это. Это означает, что отношения непроработанные, это нить незримая, она грязная, в ней нет чистоты. И это чистота, которая исходит из сердца. И сердце означает из психики человека. Я извиняюсь, что я вам об этом не сказал сразу. Центр психических функций находится у человека вот здесь, вот в этом месте. Это область сердца. Область — это не само сердце, не то, что вот этот мышечный мешок, он как бы является главным психическим инструментом. Нет, это просто зона, в которой находится центр психических функций человека. Вот здесь, в этом месте. И оттуда идут ниточки, психические ниточки, которые связывают нас с родственниками. Эти ниточки также нас могут связывать с начальством. Это уже другие ниточки, они другую природу имеют. Это не близкие отношения, ниточки не близких отношений. Но время, оно может нарушать эти связи своим влиянием.
оно может делать так, что связи рушатся. Не по вине людей, а потому что так действует время. И отношения становятся хуже. Вот, например, кто из вас чувствует холод сейчас? Вдруг возник холод, непонятно почему. Вот, ну, близкому человеку пропала любовь. То есть вы не чувствуете любви, вот чувствуете холод близкому человеку. Поднимите руку. Видите, есть такие люди. Вот ни с того ни с сего время пришло, и люди уже не могут чувствовать любовь. Так действует сила времени. В детстве она действует слабее на человека. Человек чувствует больше счастья, радости. С возрастом постепенно сила времени увеличивает количество экзаменов в жизни. Мы должны стать мудрее с возрастом. Мы должны стать сильнее душой, сильнее сердцем. Мы должны научиться побеждать судьбу. Мы должны быть счастливыми, несмотря на трудности времени. Вот здесь, в центре сознания человека, в центре его психики, находится зона, которая оценивает время. Если время пришло страдать, три варианта, как действовать. Первый вариант – принять судьбу. Означает занять очень сильную позицию, терпеть страдания, как бы принимать судьбу. Для этого нужны душевные силы. Человек не может сам это сделать без этих сил. Своими силами иногда невозможно принять судьбу. Нужна помощь. Поэтому существует духовная практика, когда человек молится и соединяет себя молитвой, когда человек молится звуком, он соединяет себя с какой-то силой. И получает дополнительную энергию, чтобы принять судьбу. Я все смогу, я клятвы не нарушу, своим дыханием землю обогрею. Ты только прикажи, и я не струшу, товарищ время. Такая песня. То есть про время, видите, с временем. То есть время прикажи мне, и я не струшу. И человек, который не трусит перед временем, он находится в настоящем времени, он живет в настоящем. Человек, который боится времени, он живет в прошлом. А человек, который сражается с временем, пытается ему что-то доказать, обмануть его, обхитрить. Он живет в будущем. Он верит в будущее, не в настоящее, а в будущее. Когда люди верят в будущее, то они теряют счастье и покой. Они живут ради будущего. Вот, допустим, человек поверил, что у него в будущем все будет хорошо, а сейчас нет возможности быть счастливым. И он работает на будущее. Он живет для того, чтобы построить в будущем себе дом, чтобы когда-нибудь он закончил школу, когда-нибудь устроился на работу, когда-нибудь вышел замуж, там вышла замуж или женился, когда-нибудь, чтобы появились дети. Пока нет детей, счастья нет. Но потом, когда вот они появятся, тогда будет счастье. Люди, которые живут в прошлом, они вообще скорбят постоянно, в скорби живут. Часто пожилые люди не справляются с энергией времени, и они просто скорбят. Они в печали живут. Как эта печаль такая, она человека, который уже не в возрасте, она в одном детском фильме очень характерно так обозначена. Затянулась белой тиной гладь старинного пруда. Ведь была как Буратино, я когда-то молода. Черепаха там торпила поет. Ну, то есть люди в возрасте, они уже думают, что все у них в прошлом. У них нет настоящей жизни, они жили когда-то в прошлом, а сейчас у них нет жизни. Нет счастья. А теперь... Листья желтые над городом кружатся. И так далее. Ну, то есть все стало таким печальным.
Листья желтые, скажите, что вам снится. И от осени не спрятаться, не скрыться. Осень сравнивается со старостью человека. Как будто бы все плохо теперь. А причина только одна. Человек не справляется с задачами, которые посылает время. Его психика, его сердце не справляется с объемом психической работы. И поэтому он опускает руки просто. Нет старости для тех, кто знает, как правильно жить. Для них есть только счастье. Это русское слово означает «сейчас», означает «сейчас», а «тье» означает «бытие». Если человек способен в своем сердце победить свою судьбу, он живет прямо сейчас, и такая жизнь прямо сейчас называется счастьем. Именно такая жизнь дает здоровье человеку. Энергия прямо сейчас наполняет все органы и клетки организма здоровьем. Прямо сейчас психика человека способна любить, прощать, терпеть и быть доброй. Потому что если человек не имеет счастья, значит, он не может сострадать. Сострадать означает страдать за другого человека, принимать еще и боль другого человека. И так интересно знать, что есть две категории людей. Основная категория людей, большинство людей своими силами пытаются победить судьбу. И большинство людей ее побеждают снаружи. Вот, допустим, если у меня плохие отношения с мужем, то я должна с ним поговорить. Но на самом деле надо знать, что победа над судьбой происходит не в беседе, она происходит раньше. Даже просто поговорить нужны силы. Поднимите руку, у кого нет сил даже подойти поговорить с близким человеком. Да, есть такие люди. Ну, видите, здесь еще надо принимать менталитет западных людей. Если бы я в Сибири спросил, у кого нет сил поговорить, то поднял бы весь зал. И потом, если бы я спросил, а у кого есть силы поговорить, опять весь зал бы поднял. Понимаете, как люди как бы немножко другие. Здесь наоборот, люди вроде бы согласны, но стесняются поднимать руки. Это нормально. Но надо знать, что есть еще другой вариант. Это направлять свои силы на эту незримую нить, на эти отношения, которые мы не можем увидеть глазами. И для того, чтобы понять, как это вообще работает, система, я потрачу 3 дня, и вы тоже. Потом я вам низко поклоняюсь за то, что вы меня выслушали. Подождали все эти 3 дня, потому что у вас появится потом возможность как-то по-другому решать свои проблемы. Я буду счастлив, если эта возможность у вас появится. Итак, у человека, кроме вот психической структуры, в которой он живет, которая, кстати, дает ему настроение, он ей думает, вот эта психическая структура, в которой мы находимся, называется манас. Или по-русски сказать «ум». А, кстати, по-литовски слово «ум» как звучит? А? Потому что часто много санскритских слов совпадает с литовским. Я просто много очень. Я как бы поэтому и так спросил. Вот. И ум – это та психическая структура, на которую влияет время. Именно в уме накапливается энергия судьбы. Вот здесь, вот в этой зоне есть такой психический центр, он форму шара имеет. Этот центр психический на санскрите называется Мохабхага. А по-русски сказать, это глубинная память о наших прошлых поступках и желаниях. Все накапливается внутри, и потом
мы за все должны отвечать. Время выводит наружу это наше событие. Из глубины ума выводит на поверхность. В глубине ума мы ничего не знаем, что там находится внутри нас. Мы не знаем, что мы там натворили в прошлом, но неожиданно приходят какие-то события, которые указывают на то, как мы жили в прошлом.